Апелляционные жалобы не удовлетворили. Семерым осужденным по делу о нападении на двоих егерей Ерлана Нургалиева и Петра Ницык в январе 2019 года в Нуринском районе приговор оставили без изменения, сообщают в пресс-службе Карагандинского областного суда. Трое осужденных за незаконную охоту, покушение на убийство человека и убийство человека просили отменить пожизненный приговор, вынесенный спецсудом по уголовным делам Карагандинской области. Еще четверо других осужденных за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба к 6 годам лишения свободы каждый тоже рассчитывали на смягчение. Изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, что приговор суда является законным. Вина осужденных подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, показаниям потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз. Также причиненный потерпевшим ущерб и компенсация морального вреда, а это 32 миллиона 890 тысяч тенге, а также причиненный окружающей среде ущерб вследствие отстрела сайгаков в размере 89 миллионов тенге, как установила коллегия, взысканы правильно.